Действие 4, глава 3 разваливается на кусочки. Отличное начало. Hey, make sure you get behind your ears, Stinky. Scrub it up. Would you like to take a turn in that pile? Keep it up. Ooh, a threat. Guess that's as close to a thing. Похоже на Москву-реку. Я чисто сейчас патриотически чувствую себя. Ха-ха-ха. Какой я плохой человек. Holy damn. That's a fall. That collapsed building. We can use it to cross. That is a suicide march. Really? What's new? Aw, what a very tough guy answer. Oh, I just really want to impress you is all. Well, impress me by keeping up. Я себя сейчас удивил тем, что нажимал левый и правый триггер. Я просто молодец. Ray, about what happened back there. I know, you're struggling against the AI. Doing your best, buddy. А почему не могу ехать в воде? О, она меня еще двигает. Еее, давайте помоемся. Уии! Блин, откуда столько воды? Где амуниция? Во. Да ты чё, правда что ли? Разблокируем выстрел, купим и поставим вместо драбана. А так она и так поставлена у меня уже, автоматически ставится, видимо. Так, ударника 3 штуки, пожалуйста. На всякий случай один заряд. И 3 взрывных выстрела. И посмотрим, что там открылось. Убей врага, пнув в него взрывное ядро. Убейте 3 врагов или более одним взрывным ядром. Окей. You remember General Serrano, of course. I sure do. Serrano got the cleanup job down here. Ordered to wipe out the mutants and the gangs and leave the city intact. He decided to use the job to test some final echo candidates. I led a division down here a year back. Oh yeah, and your squad did a super top-notch job too. Spick and span. Mission accomplished. We underestimated the situation. Only a few of us made it back. Operation Anarchy was a total failure. So the skill shot readouts I'm seeing on the leash's hub. This is some kind of combat analysis bullshit. A lot's points to determine if a drop kit will allow you to resupply. The soldiers who excelled got resupplied. The others didn't. Would have made Darwin proud. Вот все и рассказали. Чё к чему? Причем тут хлыст? Кто его придумал? Look, more skulls. А не просто потому, что здесь кому-то захотелось какие-то очки получать. Вот и оно! Что это? Спуск! Ты не поверишь! Надо было... Решил побыть капитаном очевидностью. Немножечко. Кто-то на меня упал. Эй, придурки! Аквапарк. Это почти как аквапарк, только без. Воды. Зашибись. А вот так раньше не мог сделать, нет? Это же. Миссия с демоверсии. Да не это! Дынь-дынь! Зашибись! Задира? Что, простите? Взорвите снаряд, чтобы убить врагов, которых он перед этим сбил с ног. Да. Окей. Так и быть, я это сделал каким-то образом. О, музон. Охренеть, я не знаю, что происходило. Я пытался пнуть этот
мячик в них, но не получалось. Ау! Я пошел отсюда. Что это было? Я даже не понял. Какая-то хрень. Кто? Что? Где? Ну там была турель, понятно, да. Ну вот. Не, ну посмотрите. То есть мне сейчас не дали этого, да? Ну-ка нахер. Ну-ка нахер, я сказал. Совсем охерели. Почему хлыст, блин, прицеливается не туда, куда нужно? Это же в самом деле, это же нечестно. Написано ЛБ хлыст. Ну, типа... Упс, пардон, извините. Ну да, я именно его хотел, игра. Я не понимаю, почему мне за это очков-то не дают теперь? Вот здесь трупы. Вы видите этот баг, да? Подходящий момент некий. Ну, теперь... Ладно, забейте. Это все странно работает. Снова подходящий момент. Наконец-то. Наконец-то. Бум. Сколько всего-то, а? Что это было? Он, видимо, такой висит. Двух врагов убил. И такой, здорово, пацаны. Хотите поздороваться? Бесплатные поздравления. Ну и что, что у меня нет ноги, как у... Блин. Мне его даже немножко жалко. А вот этому я в яйца попал. Да, 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 я просто. Да! Я это сделал. О, я так как к этому стремился, просто капец. О, все, все, теперь можно бухать. Я еще успел кого-то просто так убить, нет? Успел, ну ладно. Все равно это было круто. Только я не знаю, зачем мне дали винтовку. Ой, винтовку. Если бы это называть винтовку, вот эту многостволку, то я боюсь сюда, что из себя будет представлять атомная бомба. Или оружие, стреляющее атомными бомбами. Ну? Не повезло! Вонючий японец. Я не знаю, что происходило. Ну, ты меня бесишь уже? Да ты скотина! Ублюдок! Иди сюда! Иди сюда! Где ты? Сволочь! Козел! Я на тебя 4 патрона потратил! Вот козел! Пошел отсюда! Пошел, сказал! Пошел! Рейдж, мини-рейдж!
мини-рейдж. Демо-версия рейджа. Ну я подумал, можно вкатиться туда по-красивому, мне придется просто присесть. Не, не надо было этого делать. Ну, ё-моё, не получилось зажечь. Тут убежал засранец, думал, что кто-то там сидит за углом, но нет, там никого не было. Фак. Кто меня бьет? Еее! Как хорошо, он улетел об стену. Ну что ж такое, я думал, что... Куда это вы пришли? Давай тоже туда лети. Или туда лети, без разницы, куда лететь. Главное, чтобы ты был мертв в любом случае. Я даже не знаю, стоило бы было с ним делать что-то или нет. Ну, не в того. Я просрал целую пулю. Да, а как я так промахнулся-то мимо него? Что ж ты, ублюдок-то такой, а? Да это что ж такое-то? Иди сюда. Я реально корявый какой-то, ужас. Да блин! Мать твою! Вот ты будешь страдать за всех! Козел! Вонючий засранец! Я не знаю даже, что с ними делать. Давайте так, что ли. Давай, или так. Ну, даже двоих получилось замочить.